Привет всем! И в этом видео я буду готовить сырные шарики к пиву. Для этого нужен кусочек сыра, здесь грамм 200, наверное. Ну, плюс-минус. 2 яйца для панировки. Мука и панировочные сухари. А также нужны будут зубочистки. И нарезанный бекон. Но это в оригинальном рецепте бекон. Я немножко рецептуру изменила. Взяла сырокопченый окорок. С ним тоже очень вкусно получается. Сыр нужно порезать кусочками. Где-то 2 на 2 сантиметра. Вот такими кубиками. Вот, приблизительно вот такими. Теперь я каждый кусочек сыра оберну в бекон. Вот так. И вот здесь сверху закреплю шпажкой. Так. И так со всеми кусочками. Теперь каждому кусочку нужно сделать панировку. Сначала в муке обвалять. Потом в яйце. Затем в панировочных сухарях. Вот что у меня получилось после панировки. Теперь я буду обжаривать это. Переходим к плите. В кастрюльку возьмите какую похуже, чтобы не жалко было. Надо налить масло так, чтобы чуть-чуть покрыло шарики. И включить греться. Масло начало шкварчать. Убавляю огонь. И по одному опускаю их обжариваться. Прям буквально полторы минутки. Не надо больше. Вот так это выглядит в кастрюле. Пока обжариваются они. Ну вот, прям прошло, наверное, полторы-две минуты. И на тарелку с салфеткой теперь это надо все вытащить. Салфетка нужна для того, чтобы ушло лишнее подсолнечное масло ненужное. Пока это выглядит вот так. Сейчас я пододвину. Сейчас масло все уйдет, ненужное, оставшееся лишнее. Вот такая закуска у меня получилась для любителей пенного напитка. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.